Всем приветики! У меня сегодня порция расхламления, и она большая. Сейчас я покажу. У нас с вами сегодня на расхламление идет вот такой мешочек. Сейчас будем смотреть все вместе и отправлять на мусорку. И первый лот начнем с самого вкусного. Это кроссовки. Кроссовки мужа. Что с ними не так? Во-первых, ну им уже года три, наверное. У них задники... Тут, правда, тут дырка? Видно? Не знаю. В общем, короче, здесь уже дырки. Они уже шиты, перезашиты. И несколько раз я их спасала, потому что Ник говорил, типа, ну, пожалуйста, не выкидывай, я в них буду ходить там в имонте. В нашей старой квартире, типа на всякий случай, типа приеду туда в шлепках, будет плохая погода, я в них переоденусь. Я на это несколько раз повелась, в итоге эти кроссовки перебазировались сюда, к нам в новую квартиру, и он в них ходил, а они прям страшные. То есть у них вот здесь вот уже прям грубо так их зашивали, потому что подошва отрывалась вот основной части, сзади у них уже зашивки. В общем, печально они себя чувствуют, и учитывая то количество кроссовок нормальных, которые есть у Ника, мы все-таки решили от них избавиться, и слава богу, потому что они уже, ну их уже никак даже не отмыть. Вот, поэтому отправим их в контейнер на переработку и для тех, кто нуждается, потому что если не обращать внимания, что они уже не самый сок, то свою функцию ходить они, в принципе, выполняют. Поэтому мы поедем дальше. Следующий лот. Я решила избавиться вот от этой своей замечательной толстовки из Reserved, потому что она уже начала подзакатываться. И у нее вот здесь белая горловина, возможно, будет видно, возможно, нет. Но, в общем, она уже не отбеливается, не отстирывается. Она такая уже не белая, а серая. И плюс еще на нее посадилась пара пятен. В общем, я решила, что пора ей тоже на пенсию. Так, следующий лот. Это, ну, такая базовая вещь, которая должна быть у всех. И которую нужно регулярно менять. Потому что она тем и хороша, что стоит недорого. И если менять регулярно, то всегда будешь выглядеть классно. Это простая белая футболка Ника. Мы ее покупали в магазине Decathlon. И если у кого-то он есть там где-то рядышком под боку, да, в Decathlon тоже есть хорошие футболки. Там белых футболок миллион и одна штука. Вот, поэтому нужно смотреть именно на качество, чтобы она была плотненькая и чтобы у нее была хорошо сделана горловина. Потому что хорошо сделанная горловина футболки, которую можно носить как вот самостоятельную вещь, а не просто под одежду, как второй слой там утепляющий, или чтобы не потеть, наоборот, не пачкать что-то. Она должна быть аккуратно сделана, с красивой ровной строчкой, широкенькая, тогда она не будет смотреться куца. Тогда такая футболка будет идеальная. Ну и, конечно же, надо понимать, что белая футболка, сколько ее не отбеливай, в общем, через какой-то момент она все-таки перестает быть белой и уже не смотрится так роскошно. Поэтому этот момент нужно отслеживать и просто избавляться от нее и покупать себе новую футболку. Именно поэтому нет смысла покупать футболки в каких-то там супер дорогостоящих брендах за кучу денег, потому что, ну, у них очень короткий срок жизни. Собственно, как и у белых рубашек. Если ты ее часто носишь, то срок жизни у нее не такой уж и большой. Поэтому нужно, правда, ответственно относиться к тому, что ты приходишь в магазин, выбираешь себе рубашку или футболку, классную, хорошую. В принципе, если ты в одном магазине выбрал, что тебе нравится, как она сидит, как она смотрится на тебе, можно регулярно покупать их и не париться. Вот. Так, здесь у нас есть еще очень прикольные штаны Ника. Их я помню с самых первых наших свиданий. Это белые джинсы. Мужские, они вот здесь на болтах, у них интересный дизайн, потому что на жопке, видно, нет, тут как бы двойной слой карманов, вот такой
а-ля прорезной и накладной кармашек. Опять меня все отвлекают. Никак не могу записать видео. Ник приехал, он ездил в индусскую парикмахерскую, чтобы подстричься. Решил протестировать формат и получил, кстати, очень хорошо, потому что индусы, так же как арабы, мужики, они очень трепетно относятся к своей внешности. И в целом, если посмотреть, они прям очень ухоженные. Поэтому он решил протестить и получилось классно. Единственное, что его прекрасная стрижка и укладка превратилась в нечто, я упала с самосвала после того, как он поездил на мотоцикле в шлеме. Но в целом сейчас я его так пригладила, получилось хорошо. Но мы отвлеклись. Я тут вам рассказывала про прикольный дизайн штанов. Да, здесь кармашек прорезной и сверху накладной. И это очень прикольно смотрится на мужской попе. То есть как и на женской попе, на джинсах, когда делают какой-то дизайн с кармашками, это привлекает внимание, если попа в хорошем состоянии, не плоская, прилипшая, то это прям очень хорошо подчеркивает. И здесь еще есть спереди тоже интересный дизайн, тут маленький кармашек. Судя по всему, он планировался под зажигалку, но как дизайн очень привлекает внимание. В общем, понравился он мне в этих штанах. А, собственно, к чему это все и привело. Удачные штаны. Но они, во-первых, стали уже страшненькими. Тоже белый у них, к сожалению, уже такой грязно-серый стал. Поэтому мы от них избавляемся. Ну и Ник поднабрал немножечко. Тесновато ему в этих штанишках. Поэтому я говорю, похудеешь, купим тебе новые, классные. Так, следующий лот уже мои вещички. Первый экземпляр – это юбка. Юбка достаточно длинная, она трикотажная, сделана, вот бы не соврать, я, конечно же, отпорола все ярлычки, но если я правильно помню, тут состав вискозы с каким-то полиэстером. Вот, это размер S, на удивление, который мне велик. То есть они, видимо, на размер либо L, либо XL нашили ярлычок с размером S. И, конечно же, когда я ее схватила, я посмотрела просто по размеру, типа мой, а потом уже в примерочной поняла, что это S. Я ее схватила и купила. Потому что мне очень польстило, что, боже, я влезла в S-ку, как приятно. Вот. Я в ней ходила, на самом деле, не так много раз. У нее очень женственный дизайн. И она мне нравится, как на мне сидит. Но я себя в ней чувствую очень некомфортно. Именно вот потому, что у нее очень женственный дизайн. Я все-таки больше про спорт, про движ. Вот. И такое вот прям воздушно-девочковое все не мое. Поэтому она лежит. Я ее пыталась продать. Но что-то как-то у меня здесь в Латвии с продажами не очень. Я выставила несколько экземпляров, и у меня купили одну рубашку и одни шелковые брюки. Все, больше никаких вопросов. И я поняла, что, ну, видимо, это связано с тем, что, в принципе, здесь очень доступна одежда. И вот так вот искать по каким-то группам, маркетплейсам, люди не заморачиваются. То есть им проще пойти в какой-нибудь недорогой масс-маркет купить там, либо пойти в секонд. Вот. Хотя я этому была расстроена, потому что я понимаю, что вещи я, в общем-то, продаю практически в идеальном состоянии. И было бы здорово какой-то вот ресайклинг, вторичное какое-то потребление для них устроить. Но не получается, поэтому, значит, придется от них избавляться. Хорошо, здесь есть хотя бы вот эти вот контейнеры, которые точно отправляют вещи на переработку, либо отправляют, ну, нуждающимся, кому это нужно, как-то они там все это распределяют, не знаю, схему. Ну, вот прочитала контейнер, решила, что буду пользоваться этими контейнерами, потому что, конечно, тоже у нас небольшая квартира, и складывать это просто некуда. И я понимаю, что сейчас я, ну, вот пользуюсь каждый сезон определенным количеством вещей, и я даже больше не покупаю, хотя мне очень расстраивает иногда, хочется гардеробчик побольше, чтобы можно было всего носить, но я понимаю, что нет, прошло это время, и вот складировать вещи уже мне не доставляет удовольствия, и вот эти вещи, хоть и классные, хоть на мне круто сидят, но носить 1-2 раза нет, и я все-таки от этого пытаюсь отойти.
Что-то никак не получается у меня с одного присеста записать видео, то по работе дергают, то собака, то ник, то еще что-то. Так, едем дальше. Про джинсы рассказала, юбку рассказала. Так, что еще? Интересный тоже лот. Собственно, с предыдущей юбкой я носила этот топ. И это было офигенски женственно. Я даже, наверное, попробую найти фоточки и куда-то сюда вот прицепить. Вот этот топ я носила. Или другой у меня еще есть атласный топ. Он тоже супер женственный по фигуре. У него такой вырез квадратиком. И очень красиво, женственно все это получается. Еще здесь, видите, прикольные очень резиночки. Симпатичные. И они сборят вот здесь вот на плечах. И получается рукав как будто бы воланчиком. Интересный дизайн. Мне очень нравится. Я купила этот топ на распродаже в H&M. Мне кажется, рублей за 500. Ну вот что-то такое, 500 или 600 рублей. Ну, в общем, за какие-то копейки. Он там был один. Мне очень понравился, потому что у меня тоже было какое-то волшебное настроение. Прибило меня, я его купила. Но, собственно, по той же причине, что и с юбкой, это слишком женственно, и я не чувствую себя в этом комфортно. Тоже несколько лет, кстати, он у меня лежал вместе с этой юбкой. И, в общем, за несколько лет я раза два или три надевала это, и то не потому, что у меня такое настроение вдруг случилось, а именно по причине того, что думала, блин, ну лежит, ну классно же, мне же идет, надо поносить. Но кайфа от этого не испытывала, поэтому отправляем туда же в контейнер. Следующий лот – мои любимейшие брюки. Обожаю просто эти брюки, обожала, даже надо сказать так. Брюки в совершенно нереально крутой горох. Это брюки, ну кто-то их, наверное, назовет Марлен или Палаццо, но нет, они скорее чуть-чуть расклешенные от бедра. Они со средней посадкой, ну такие классические брюки, сделаны из какого-то полиэстера. Но в нем настолько было комфортно вообще в любую жару, и они моментально сохли. Они ну, материал такой немнущийся, то есть их даже гладить не нужно было. То есть, ну, вообще идеальный вариант. Бери вот хоть в пир, в мир, в добрые люди, куда угодно, ничего с ними не происходило. Им, наверное, лет 7, чтобы не соврать. Сейчас, чтобы даже правда не соврать. Году в 17-м я их купила. Да, да, я купила в 17 году, сейчас 24, то есть я их 7 лет ношу. У меня очень изменилась фигура за это время, и эти брюки даже пришлось ушивать, настолько я их любила, что я их отдала, чтобы мне изменили размер, чтобы сделали их меньше, почти на 2 размера. И из-за этого пришлось зашить карманы вот здесь. То есть они сначала работали, вот здесь даже карманка есть. Потом мы их зашили, потому что, ну, в принципе, карманами я не пользуюсь. Они чисто декоративную функцию для меня выполняли. Потому что если в такой тонкий материал в карман положить что-то, это будет комком смотреться некрасиво. Вот. Почему избавляюсь? Потому что они в очередной раз стали мне велики. И уже где-то сейчас не найду. А, вот здесь. На них уже на попе начали появляться зацепки. Ну, не мудрено, да, за 7 лет. Вот, поэтому, конечно, от них избавляюсь. Вот, так очень их любила. Если будет опция у меня найти какую-то подобную ткань, в идеале тоже в такой же горошек очаровательный, я, конечно, себе сделаю их копию, потому что они прям супер удачные. Ну, тут, да, тут многое зависит именно от материала. Он, конечно, супер классный, хоть и какой-то непонятный синтетический материал, но максимально комфортный. Вот, кстати, это очень важно, потому что некоторые прям супер против синтетических материалов, типа я не буду это носить, только хлопок, шерсть, шелк. Вот, но иногда вот эти все натуральные материалы, они очень прихотливы в уходе. То есть могут, там, например, чисто хлопковые рубашки, в которых нету полиэстера или вискозы или чего-то, их очень долго и сложно отутюживать. То же самое с джинсами. Например, у меня есть джинсы, которые, ну, понятно, что там 100% хлопок, но на них много деталей. Там карманы накладные, как сейчас модные, талия, типа джинсы карго. И их вот постираешь, их потом замахаешься отпаривать.
Потому что утюгом невозможно эти карманы прогладить, только отпаривателем, и это очень долгий процесс. И это так заморачивает. Вот проще, вот ты повесила, посушила, потом надела, пошла, и все прекрасно. Никаких заморочек. Это вот идеальный вариант. Поэтому, конечно, современные синтетические материалы, они имеют место, и в них прям хорошо. Так, следующий лот. Снова горошек. Я вообще люблю этот принт. Горошек и полоска очень мне нравятся. Это мое чудесное платье. Платье из магазина Zarina. Было у них тоже лет 6-5 назад. Была коллекция. Я купила это платье. Оно тоже с рукавом таким, видите, тут как это, сборка. И рукавчик такой очень романтичный. Очень мне нравилось это платье. Оно достаточно длинное. Оно сделано из вискозы. И я его очень много носила, прям правда много. Купила я его, наверное, за 3000 рублей, то есть совершенно недорого. И носила тоже и в «Пир в мир и добрые люди», и на все свидания, и очень оно вызывает у всех восторг. Тоже я его пыталась продать, но не было претенденток, конечно, на него. Очень зря, потому что классно сидит. Я от него избавляюсь почему? Потому что здесь, в Латвии, я понимаю, что мне проще купить новое платье, чем ушить и как-то изменить это. Потому что, во-первых, у меня же здесь нет машинки, и самостоятельно я это сделать не могу, на руках я это делать не буду, не стоит затрат этого. И здесь у него подрез есть под грудью, видите, вот тут прям видно, что шовчик. И тоже вот под грудью сборочки, чтобы все на груди очень красиво выглядело женственно. В общем, это будет стоить дорого, и проще купить новое какое-то похожее, возможно, если получится найти платье. Вот, поэтому тоже от него избавляюсь. Надеюсь, они не отправят его на переработку, а кому-то, возможно, оно достанется, и кто-то будет радостно носить. Потому что мне оно велико стало, и, конечно, к сожалению, приходится избавляться. Так, следующий лот – это брюки. Брюки, по-моему, это хлопок. Хлопковые, по-моему, да, брюки. Вот, с ними тоже, вообще, на самом деле, с ними все хорошо. Что это за бренд у нас? EDC Heritage with Love. Не помню, что за бренд. Ярлычки, как всегда, все срезаны. Эти джинсы, брюки, точнее, достались мне от мамы. Что-то она в них не ходила. Ну, у нее миллиард вообще брюк, поэтому она может себе позволить просто так вот отдать мне. Они ей были длинны. И ей было лень их укорачивать. Вот. Достались они мне от мамы, и они в целом по силуэту прямые. Прямые и достаточно простые джинсы на лето. Они сделаны из тонкого хлопка, такого. Ну, он достаточно плотный, чтобы как бы не было видно каких-то изъянов фигуры. Вот. У них хорошая сделана линия талии. То есть здесь уплотняющий такой материал, чтобы пояс не растягивался. В общем, все у них хорошо. Сзади кармашки. Вот. А в чем с ними проблема? Я в них тоже не хожу. У них посадка не низкая, а какая-то средняя, стремящаяся к низкой. Вот. И на мне сверху не очень хорошо это смотрится. Я больше люблю брюки все-таки с, и юбки, да все, я люблю с высокой талией. Так как-то более комплементарно моей фигуре. И второй момент, даже если что-то выправлять, ну, если в таком варианте носить, вот эти вот кармашки, они, наверное, так лучше слышно меня, они тоже как-то расширяют линию вот эту. Сейчас покажу вам. Вот эту линию, они примерно вот здесь находятся. И за счет своего дизайна, вот такого квадратистого, они как-то делают громоздкой. Даже несмотря на то, что они плоские, никакого тут толщины кармана нету. Вот, визуально все равно мне это не нравится, и я в них не хожу. Поэтому, ну, маме возвращать уже, она сказала, не надо. У меня столько одежды, что не надо мне ничего возвращать. Поэтому тоже отправляется на переработку. Ой, столько вещей классных. Просто жуть. Так, следующий лот. Это майка Рибок. И, наверное, это
одна из самых сложных девайсов, одна из сложных, из самых сложных вещей, которую мне приходится тоже от нее избавляться. Майка Рибок, она какая-то, сейчас, чтобы не собрать, какой-то у нее там суперматериал, супервлагоотводящий, то есть это синтетика, но она приятная, как хлопок, то есть какая-то такая выделка синтетики, очень приятная. Вот, и я в ней ходила, блин, лет 10. Ну, то есть она мне очень давно, я даже не могу точно вспомнить, сколько. А, Play Dry. Я не знаю, есть сейчас у Рибок этот материал или нет. Но, в общем, то количество часов спорта, которое я провела в этой майке, не сравнится ни с чем. Но почему избавляюсь? Потому что она не настолько велика, а должна быть она как-то облегать. Вот, что уже просто, ну, некрасиво смотрится. Поэтому, как бы я не любила эту майку, приходится все-таки от нее избавляться, потому что, ну, пришло уже время. Хотя очень она мне нравится, ну, может быть, кому-то пригодится, я надеюсь. Так, и последний лот. Это шортики. Шортики Decathlon, по-моему. Да, это шортики Decathlon. Они двойные, потому что они вроде как теннисные. Вот, то есть у них внизу, внутри велосипедки вшиты, а сверху такие широкие шортики, еще сбоку у них есть сеточка. Тоже я в этих шортах занималась очень много времени, тоже когда была еще сильно больше размеров. А, кстати, тут вот еще есть кармашек, что-то сюда можно класть. Нет, вряд ли они сюда можно класть мячик, но что-то можно. Неизвестно. Вот, в общем, эти шорты я тоже купила рублей за 500 в Декатлоне. Тоже занималась не какое-то немеренное количество времени, но они мне тоже велики. И, конечно, шорты спортивные за 500 рублей ушивать вообще никакого смысла. К тому же у меня, в принципе, очень много спортивной одежды, и могу себе позволить от этого избавиться. Но будем надеяться, что все эти вещи пойдут не в переработку, а именно там кому-то задонатятся, и кто-то будет ими пользоваться, потому что они в хорошем состоянии, но вот мне уже не пригодились. А я освобожу свой гардеробчик, и будет мне счастье. Ну все, на этом заканчиваю свое видео, потому что мешочек пустой. Пойду дальше работать и врываться в выходные. Всем хорошего денечка, пока-пока.